Интерьер «Радуги» оформляли всем коллективом. Для воспитанников создали самые благоприятные условия. Просторные спальни, игровые комнаты с новой мебелью и оргтехникой, а также оборудованные всем необходимым пищеблок и спортзал. Желающих попасть сюда немало. На наш сад мы уже получили 107 путевок. И путевки постоянно прибывают. Ежедневно у нас, получается, мы принимаем около 20 детей. В ясельные группы, как положено по Санпину, по 15 детей. Мы больше не принимаем. В садовых группах у нас по 20 детей. Открытие нового детсада для жителей Суворовского района – настоящий праздник. Я могу спокойно идти на работу, зная, что мой ребенок под присмотром в уютном, красивом садике. 2 года ждала, пока откроется садик, потому что путевка не приходила, пошли в садик. С того садика сказали переделать путевку. За месяц мы сюда пришли уже. В реконструкцию детского сада вложено более 15 миллионов гривен из городского бюджета. Всего за 2015 год открыто и реконструировано 7 детских садов. Более 1000 детей пойдут в детские сады в 2015 году в новые. Другая очень важная задача – рабочие места. Более 330 рабочих мест – это воспитатели, это нянечки, это и так дальше. Вот тот персонал детского сада. В 2016 году в городской бюджет заложено финансирование для строительства и реконструкции еще 7 дошкольных учреждений. Марина Романова, Дмитрий Бондаренко, Думское ТВ.